Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Тува-24 в студии Айдаш Сая, и сегодня в выпуске. В этом году в Туве почти 2500 детей получили бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. В столице продолжается реконструкция воздушного пункта пропуска аэропорт Кызыл. В республике уже есть лабораторно подтвержденные случаи заболевания клещевым энцефалитом. Тува отметила День русского языка. В столице продолжается реконструкция воздушного пункта пропуска аэропорт Кызыл. Работы планируют завершить уже к концу этого года. Вместе с тем ведутся необходимые мероприятия по получению для объекта международного статуса. Какое это имеет значение для республики и на какой стадии находится сейчас реконструкция, узнала Аэросат. В аэропорту Кызыла проводится работа по техническому оснащению пункта пропуска через госграницу. Объект будет снабжен высокотехнологичными системами пограничного и таможенного контроля, современной системой управления доступом и иным оборудованием. Основные строительные работы и техническое оснащение аэропорта стартовали в конце прошлого года. По итогам неоднократных встреч главы Тувы Владислава Ховылыга с федеральными руководителями. Мы придаем огромное значение вопросу реконструкции воздушного пункта пропуска в аэропорту Кызыла. Пожалуй, ни одна моя командировка в Москву не обходится без визитов в профильные ведомства. И успехи есть. График по аэропорту выдерживается. Завершающий этап монтажа оборудования запланирован на август-сентябрь. Над реконструкцией основной авиационной инфраструктуры трудится более 50 человек. На сегодняшний день идут работы по остеклению фасада и другие. Несмотря на то, что работа проводится на действующем объекте без прекращения его деятельности, пассажиропоток увеличивается, отмечают специалисты. В этом году в сравнении с прошлым годом идет прирост. Возможно, он не заметен в рамках каких-то больших объемов, но по факту приема самолета-вылетов, приема выпуска самолета-вылетов в текущий год дает большие показатели в сравнении с прошлым. Идет остекление фасада для того, чтобы разместить технологическое оборудование. Слегка подрастет приемная площадь для пассажиров, прибывающих. Ровно как и подрастет площадь залов внутреннего вылета для пассажиров убывающих. Данным работам остается совсем немного до завершения, а результат от их проведения, он все-таки нацелен на то, чтобы наши пассажиры могли беспрепятственно выполнять рейсы сначала ближайшие сопредельные государства, ну а затем, я искренне надеюсь, на расширение маршрутной сети. Напомним, что параллельно ведутся разрешительные процедуры по началу работы объекта в международном статусе, что даст большой толчок развитию международных отношений республики с теми странами, куда будет открыто сообщение. А это в первую очередь раскрытие и налаживание торгово-экономических связей. При разработке технико-экономического обоснования в ходе защиты необходимости организации пункта пропуска в аэропорту Кызыл в основе своей рассматривалось азиатское направление. Это Монголия, Китай. Были получены предварительные согласия как от российских авиакомпаний, так и от авиакомпаний наших сопредельных коллег. В рамках выполнения работ по приспособлению здания аэровокзала для размещения пункта пропуска через государственную границу генеральным подрядчиком, выбранным на конкурентной основе, является питерская компания «Себзапспецсвязь». Это компания, у которой достаточно большой опыт работы по организации пунктов пропуска в аэропортах. Очень хорошо, что именно они работают над нашим объектом. Ну и будем надеяться, что взятые на себя обязательства они выполнят точно и в срок, для того, чтобы вышеозвученные сроки декабрем текущего года обозначены, были реализованы. Остаются небольшие виды работ, которые для завершения необходимы. Большая часть это косметического характера, основные конструктивные элементы, они уже изменены. И, соответственно, будет закупаться специальное оборудование, необходимое для
воздушного пункта пропуска, часть они уже закуплены. И, соответственно, будет производиться монтаж всего. Мы планируем до конца года эту работу завершить. По инициативе правительства Тувы совместно с заинтересованными и ответственными сторонами в столице не раз были организованы рабочие совещания. Открытие пункта пропуска в аэропорту Кызыла позволит связать столицу республики со столицей Монголии, а также осуществлять рейсы в Китае. Мы на сегодняшний день проговариваем с отечественными авиакомпаниями. На сегодняшний день есть заинтересованность двух авиакомпаний. Также есть заинтересованность и монгольской авиакомпании. Очень заинтересована у нас авиакомпания «Красавия», которая на сегодняшний день стыковочно у нас летает в Улан-Батор через Красноярск. Ожидают нашего решения по, точнее, нашего открытия воздушного пункта пропуска. Это развитие и бизнес-общество. Мы понимаем, да, что мы сейчас направлены на восток, и есть у нас и дружественные страны, с которыми мы активно взаимодействуем. Есть у нас опыт и с китайскими компаниями, которые у нас взаимодействуют. Но в первую очередь это, конечно же, большой потенциал туристического потока. Для местного населения, конечно же, это тоже плюс. Можно улететь и в Монголию. Для воздушного пункта пропуска, конечно же, здесь мы смотрим разные перспективные направления. Это не только Монголия, но и Китай, и даже Казахстан. Конечно же, здесь все будет рассчитываться, смотреться объемы по пассажиропотоку, но учитывая, что у нас на сегодняшний день большой спрос в Монголию, очень связаны у нас народы, это и в культурном плане, социальном, экономическом плане, и здесь, конечно же, приоритет первый будет запуск, это в Улан-Батор, и с дальнейшим развитием других маршрутов. По информации Министерства дорожно-транспортного комплекса региона, туристический поток в республику за последние два года увеличился почти в три раза. От 20-30 тысяч пассажиров в год до 100 тысяч. Отчасти благодаря открытию новых направлений и маршрутов, а также увеличению частоты рейсов. Изменения вообще налицо, чисто, всегда аккуратненько, все вовремя. Но для пассажиров вообще все удобно, мне кажется. Все есть, и комната отдыха, достаточно мест. Самое оптимальное для, я считаю, Новосибирск, Красноярск, чтобы дальше выбраться. Монголия, конечно, нам бы вообще мечта, это наша мечта. Пусть она сбудется. Мы сами из Казахстана хотели бы видеть прямые перелеты из Алматы в Новосибирск или в Кызыл. Было бы прекрасно. Мы сейчас пересадками летаем. А так все устраивает, обслуживание, все своевременно, никаких пока задержек не было. В гости к родственникам сюда мы приехали, мы сейчас пересадками, сейчас в Новосибирск, потом в Алматы еще будем. Хотелось бы, если бы были прямые перелеты, то было бы вообще хорошо. Задержек нет, да, очень удобно, можно найти билеты подешевле, это очень выгодно даже. С кэшбэком постоянно можно покупать. Казахстан, Кызыл можно тоже. Реконструкция воздушного пункта пропуска в рамках федеральной целевой программы «Государственные границы» ведется по графику. Ориентировочный ввод в эксплуатацию объекта – декабрь этого года. Айра Сашу, Бамангуш, Буянуин, Чайхан Донгак и Азамат Очур, телеканал Тува-24. Век развития интернета, в социальных сетях встречаются разные сообщения, в том числе мало соответствующие действительности. В одном из них утверждается, что причиной инсульта у ребенка стал электронный гаджет. Опровергнув данное предположение, врачи подтвердили, что инсульт у детей возможен, но по совсем другим факторам и причинам, продолжит наш корреспондент. Из-за злоупотребления электронным гаджетом с малолетним ребенком случился инсульт. Такое сообщение на днях появилось в одной из многочисленных публичных страниц. В республиканской детской больнице сочли нужным пояснить, длительное пользование телефоном не может стать причиной инсульта. В детской больнице за период работы у нас такого факта ни разу не было зарегистрировано. И что от просмотра телефонов развивается ишемический либо геморрагический инсульт, такого факта у нас нету и не может быть. Потому что там факторы разные и причины разные. А вот врожденная или приобретенная сосудистая патология, инфекционное заболевание, генетическая предрасположенность к инсульту или последствия травмы головного мозга вполне могут стать причинами острого нарушения мозгового кровообращения у ребенка. При этом родителям и близким важно вовремя заметить симптомы грозного заболевания, особенно у малолетних. Слабость, онемение в одной части половины тела, нарушение речи, нарушение зрения, нарушение сознания, которое сопровождается, может быть, тошнота, рвота и повышением температуры тела.
Врачи напоминают, в жаркие дни риск инфарктов и инсультов увеличивается в несколько раз. Дети не должны длительное время, более 20 минут, находиться на открытых участках. Обезвоживание у детей наступает часто и быстро, поэтому не забываем об обильном прохладном питье и головных уборах. В первую очередь речь идет о самом беззащитном возрасте – до 3 лет. Именно на этот период приходится наибольшее количество детских инсультов в мире. Мадар Сандан, Чайхан Тангак, Любовь Кюжугет, Тува-24. Еженедельный мониторинг ситуации по укусам клещей, проводимый управлением Роспотребнадзора по Туве, показал, что лечебно-профилактическими учреждениями республики зарегистрировано почти 80 случаев присасывания клещей и уже есть лабораторно подтвержденные случаи заболевания клещевым энцефалитом. С начала эпидсезона по клещевым инфекциям в Туве зарегистрировано уже 2 лабораторно подтвержденных случая заболевания клещевым энцефалитом и 6 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Напомним, что человек может заразиться через укус инфицированных клещей, принадлежащих к нескольким видам рода иксодовых. Таким образом, с нарастающим итогом в республике зарегистрировано 380 случаев присасывания клещей, в том числе среди детей до 17 лет, это 169 случаев или 44,5%. На 2 июня на территории республики зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 6 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом или болезнью Лайма. Напомним, что наиболее эффективным методом профилактики заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом является профилактическая прививка, которую делают в 3 этапа с интервалом от 1 до 7 месяцев в течение всего года. На базе нашей больницы прошел один случай с клещевым энцефалитом. Это ребенок 15 лет, который не был привит против клещевого энцефалита. Население призываем прививаться в поликлиниках по месту прикрепления. В эпидемический период выезд на природу рекомендован по прошествии 2 недель после последней, 3-й инъекции. Ревакцинация показана через год после 3-этапного курса вакцинации. Последующие отдаленные ревакцинации проводят каждые 3 года однократно. На территории нашей республики из 18 административных территорий 13 кожунов являются эндемичными по клещевому энцефалиту. То есть это 72%. Да? То есть все-таки это большой процент территории, которые эндемичные население знает. И учитывая вот эпиднеблагополучие по клещевому энцефалиту, население, кроме групп риска, тоже должно прививаться. Эффективной дополнительной профилактической мерой считается индивидуальная защита людей в виде соблюдения мер предосторожности при посещении эндемичных территорий, а именно ношение защитной одежды, применение акарицидных и акарицидно-репеллентных средств для обработки верхней одежды и снаряжения. В выходные дни пациентов с укусами клеща принимают взрослые, это взрослые терапевты в поликлиниках по месту прикрепления, а детей в республиканской детской больнице, это в городе Кызыле, по улице Чехова, 65, дежурные врачи, а в районах это районные врачи. В случае укуса клеща следует помнить, что самостоятельное удаление нежелательно. При отсутствии возможности необходимо срочно обратиться в лечебно-профилактическое учреждение. Клеща нужно удалить с соблюдением мер предосторожности, стараясь полностью извлечь хоботок, слегка прокрутив насекомое. Место укуса необходимо обработать, а клеща поместить в баночку и привести в центр гигиены и эпидемиологии для определения вирусофорности насекомого. Нужно также помнить, что профилактическую инъекцию иммуноглобулином после укуса клеща делают в течение 4 дней. После 4-дневного периода смысл в инъекции теряется. Чинчи Кашпукол, Чайхан Дунгак, Азамат Учур, телеканал Тува 24. Региональный Минтруд продолжает работу по предоставлению путевок в детские стационарные оздоровительные лагеря. В соответствии с квотами, путевки были выданы бесплатно многодетным и малоимущим семьям, детям-сиротам и детям участников спецопераций. А это значит, что почти 2500 ребятишек отдохнут в летних лагерях безвозмездно. О том, какие именно лагеря можно отправить своего ребенка, смотрите далее. Организация летнего отдыха детей очень важна не только для здоровья, но и для смены привычной обстановки, что оказывает положительное влияние на растущий организм. Введение Министерства труда и социальной политики всего 12 дневных и 2 загородных лагеря. Мегичиче расположен в Мегунтайгинском районе, второй Байлак в Тандинском. Кроме того, в этом году через электронные торги Минтрудом были выкуплены 870 путевок в лагеря Орленок, Бельбей и Чагатай. Наша категория – это дети-сироты, дети-инвалиды, дети состоящие
являющиеся на учете МВД, да, ОПДН инспекторов, малообеспеченные и трудной жизненной ситуации в социальном сопровождении и социально опасной семьи. Это категория наших детей. Также под ведомством Минтруда Тувы находятся дети участников спецоперации. Для данной категории детей на первый сезон выделили по 50 путевок в лагеря Байлак, Орленок, Чагатай и 9 мест в лагерь Бельбейка Ахемского района. На второй сезон имеются по 50 путевок в лагеря Байлак и Бельбей. В третьем сезоне уже 200 ребятишек могут отдохнуть в Орленке, Чагатае, Байлаке и Бельбее. Ну, говорят, первый и второй сезон уже закончились. Путевки на третий хотелось бы отправить. Двоих, обоих. Орленок хотелось бы устроить. Важно отметить, что путевки для детей участников СВО предоставляются только одному ребенку из семьи. Это нужно для того, чтобы охватить как можно больше желающих. Из необходимых документов нужно будет предоставить копию свидетельства о рождении, сертификат о прививках, паспорта родителей, справку о статусе семьи и медсправку из поликлиники. Общий у нас по Министерству труда должно отдохнуть 2498 детей. Это вместе с дневными лагерями, которые у нас еще осуществляют социальные центры в каждом муниципалитете. У нас это дневные, это от 8 до 4 часов у нас все дети пребывают в дневных лагерях. Для получения бесплатной путевки в лагеря обязательно необходима справка о подтверждении льготной категории, к которой относится семья. Все необходимые документы нужно будет сдать по адресу улица Кочетова, 155. Я как пришла, как многодетная мать, я хочу уточнить, какие документы нужны и на какие лагеря претендуются многодетные семьи. И какие категории нужны еще? Раньше ваши дети были в лагере? Нет, еще. Сэкономить свои финансовые средства могут и другие семьи. Так, по поручению главы Тувы Владислава Хувалыга началась реализация региональной программы, где имеется возможность получения скидки до 50% за счет регионального бюджета для детей, которые будут отдыхать в стационарных лагерях. Алдын Казбуян, Шолбан Мунгуш, Роман Ембиль, Тува-24. В республике был объявлен конкурс юных талантов в области литературного творчества среди учащихся общеобразовательных школ республики. Ко дню русского языка прошло награждение сразу по трем конкурсам республиканского и всероссийского уровней. Не только среди детей, но и среди педагогов. В зале Министерства образования Тувы собрались победители республиканского и всероссийского конкурсов среди детей и педагогов. Всего прошло три конкурса, два из них для детей. «Мое первое перышко» и «Лучшее сочинение о своей культуре на русском языке» и «Лучшее описание русской культуры на родном языке». Третий конкурс проводился среди учителей. Всех участников и победителей поздравила исполняющая обязанности министра образования Республики Тыва Елена Хардикова. Я очень рада, что сегодня в зале у нас присутствуют родители. Это говорит о том, что вы поддерживаете своих ребят, поддерживаете своих детей тем, чем они занимаются, и приходите вместе с ними радоваться их успехам и их победам. Екатерина Шарыгина в конкурсе участвует во второй раз. Она стала победителем первой степени республиканского конкурса литературного творчества «Мое первое перышко». Выиграла в номинации «Проза среди детей от 9 до 11 лет». Учится в 4 классе школы номер 11 города Кызыла. В прошлом году даже заняла место 3. Сложно. Потом надо это сначала в тетради написать, потом еще на компьютере напечатать. В этом году учительница помогала. Да, есть большая разница. Там было путешествие, тут больше на поиски людей, животных. Я очень рада, что я приняла участие в конкурсе и заняла первое место. Также среди награжденных были и те, кто принимал участие впервые. Анита Агол, ученица 10 класса школы номер 1 города Кызыла. Несмотря на свой первый опыт, все же заняла почетное место на пьедестале. Она стала победителем первой степени республиканского конкурса литературного творчества «Мое первое перышко» в номинации «Проза среди детей от 15 до 17 лет». Моя работа называется «Русалка», и она является победителем в номинации «Проза». Эта работа посвящена мужчине, который приехал со своей женой отдыхать и столкнулся с загадочной девушкой, которая оказалась русалкой и впоследствии погубила его. Также эта работа показывает идеальные семейные отношения, но это уже в моем понимании. В региональном конкурсе «Эссе. Мы сохраним тебя. Русская речь. Великое русское слово» приняли участие 42 педагога со всей республики. Победителям вручили денежные сертификаты. Анна Мостовщикова, учитель русского языка и литературы школы номер 7 города Кызыла. Она стала победителем первой степени регионального конкурса. Отметила, что в силу занятости участников
участвовать в конкурсах удается редко, но все же это хороший опыт. О сохранении русского языка, о силе и бессилии наших слов. И мы с вами должны помнить всегда, что в начале было слово. И когда мы говорим какие-то слова, да, своим близким людям или коллегам, мы должны помнить о том, что мы можем их как-то обидеть или задеть, что слово имеет как силу, так и бессилие. Цель проведения конкурса – выявление юных талантов в области литературного искусства среди учащихся общеобразовательных школ республики, а также информационная поддержка юных литературных дарований, привлечение внимания широкой общественности к литературным конкурсам среди детей и подростков. Первым конкурсом, мое первое перышко, да, ученики, они самостоятельно пишут и стихотворения, и рассказы, и дневники. Вот. И, конечно, им помогают учителя. Этот конкурс проводится у нас ежегодно, и с каждым годом увеличивается количество учащихся. Да, и среди учителей этот конкурс у нас проводится тоже ежегодно. Конкурс проводится в рамках государственной программы развития русского языка. Всем участникам выданы сертификаты и грамоты за участие. Учителям, победителей и призеров объявлена благодарность за мотивацию обучающихся к изучению русского языка и литературы, приобщение детей к чтению произведений русской, тувинской и зарубежной литературы, формирование интереса к литературному творчеству. Инна Клаянчи, Хандангак, Роман Ембиль, телеканал Тува 24. По инициативе главы Тувы Владислава Ховалыга в марте этого года в популярных мессенджерах Viber и Telegram был запущен специальный чат-бот «Активный гражданин Тувы», с помощью которого жители могут сообщать о незаконной торговле спиртосодержащими напитками. За 3 месяца работы чат-бота в республике были выявлены 44 точки нелегальной продажи алкоголя. Благодаря сообщениям неравнодушных граждан были установлены 37 торговых объектов и 7 адресов, где осуществлялась незаконная торговля спиртным. Также в чат-ботах можно сообщать не только о нелегальных точках продажи спиртного, но и о продаже алкоголя несовершеннолетним, об оставлении нетрезвыми родителями детей в опасном для их жизни положении. Ежегодно по всей стране 5 июня отмечается День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды. Сотрудниками Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва активно приняли участие в уборке мусора на территории берега Енисея. Как проходило наведение порядка, расскажет наш корреспондент. Пакеты, бутылки, фантики, битое стекло. Стоит только пройти вглубь берега, и сразу видно, что мусор постепенно становится неотъемлемой частью реки. И такую печальную картину создают сами жители. Больше всего загрязненными оказываются прибрежные зоны. День эколога мы с коллективом приехали очищать берег Енисея от мусора. Это наша ежегодная акция получается. С коллективом мы сюда приезжаем, очищаем, чтобы наша столица была чистой. Коллектив Минлесхоза организовал уборку, начиная от молодежного сквера и вдоль реки Енисей. Несмотря на толпу убирающихся людей, средь бела дня произошел неприятный казусный момент. Мужчина открыто распивал спиртные напитки на берегу реки, после чего, не стесняясь окружающих людей, справил нужду в кустике. Больше всего участникам субботника попадались пластиковые и стеклянные бутылки. О том, что природу нужно беречь, знают все. Но большинство людей к проблемам сохранения окружающей среды, к сожалению, относятся отстраненно. Доказательство тому – горы мусора, которые жители оставляют после себя. Одни мусорят, другие пытаются сделать окружающий мир чище и красивее. Хорошо, вот что убираете вы, а люди не думают, что мусорят. И вот этот магазин пивной, вот тут нужно вообще одного полицейского поставить каждый день, чтобы гонял отсюда. Тогда чище тут будет. Как рассказал министр лесного хозяйства и природопользования региона Темир Сарыкха, День эколога – это еще один повод призывать население республики относиться к природе бережно, чтобы все могли наслаждаться красотой природы Тувы. Взрослые должны подавать наглядный пример подрастающему поколению. Также министр поздравил специалистов, занимающихся природоохранительной деятельностью, с их профессиональным праздником. Поздравляем наших ветеранов экологии, природопользования, обучающихся. Наших учащихся, студентов, кто учится на эколога. Ну и, конечно же, поздравляем наших действующих специалистов, которые стоят на охране окружающей среды. С днем эколога у вас, коллеги! Как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Уборкой активно занимаются не только волонтеры общественных и образовательных организаций, но и простые граждане. Они призывают всех помочь очистить нашу природу от хлама и мусора. Дарья Прокопьева, Буяна Юна, Замада Чур, телеканал Тува-24.
Использование электронной подписи сегодня является неотъемлемой частью любого бизнеса. С ее помощью сдают налоговую отчетность, участвуют в тендерах, заключают сделки, оформляют сотрудников и передают данные в госсистемы. Насколько упростили систему электронной подписи, расскажет Алдана Исая. Электронная подпись понадобится предпринимателю, чтобы удаленно работать, участвовать в торгах и обмениваться документами. Для ведения бизнеса не обязательно лично посещать банк или налоговую службу. Достаточно иметь электронную подпись. Квалифицированная электронная подпись нужна для того, чтобы придать электронному документу юридическую значимость, то есть статус оригинала. Такой подписью участвует в торгах, подписывает налоговую отчетность, счета, фактуры, акты, накладные и иные документы. Представители бизнеса, некоммерческих организаций и нотариусу за услугой по выдаче квалифицированной электронной подписи могут обратиться в региональное налоговое управление. Электронная подпись, выданная налоговой службой, функционирует на любых сайтах, ресурсах, площадках и сервисах. Электронная подпись действует 15 месяцев. В дальнейшем налогоплательщик может перевыпустить квалифицированный сертификат электронной подписи в своем личном кабинете на сайте ФНС России. При этом электронная подпись на момент перевыпуска должна быть действующей. За перевыпуском электронной подписью можно обратиться и непосредственно в наше управление. Индивидуальные предприниматели приобретают и используют в своей деятельности электронные носители и отмечают, что это очень удобно. Сегодня получила токен для работы в личном кабинете и для сдачи отчетов. Это очень удобная вещь. Напомним, получив электронную подпись, необходимо соблюдать меры информационной безопасности в избежание таких рисков, как получение несанкционированного доступа третьих лиц к закрытому ключу для создания его копии. Алдана Исая, Буен-Уюн, Роман Ямбиль, Тува 24. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.